Челябинске арестовали преступную группировку риэлторов в незаконном оформлении ипотечных кредитов. Им помогал подельник из банка. Липовые справки о трудоустройстве, завышенной заработной плате, а также фиктивные отчеты об оценке желанной недвижимости – это лишь часть документов, которые были необходимы для оформления ипотеки с пометкой «любым путем», пусть и незаконно. Такую услугу своим клиентам предлагало одно челябинское риэлторское агентство. Левыми делами занимался сам руководитель фирмы, его сотрудник, региональный менеджер и сотрудник подразделения ипотечного кредитования одного из банков. На данный момент нескольким участникам этой группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере. В настоящее время подозреваемые заключены под стражу. Известно, что преступной деятельностью они занимались в течение длительного времени. Ущерб, который они принесли коммерческим организациям, превысил 20 миллионов рублей.